Те люди, кто сегодня смотрит нас в социальных сетях, могут оставлять в комментариях какое-нибудь слово. Мне редакторы выберут слово, передадут вот сюда в ухо, и я буду его потихонечку вплетать в свою красивую вот эту льющуюся ручьем речь. Я по первой своей работе музейщик, который перебрал очень много архивов, готовил выставок и так далее. Поэтому для меня вот это, конечно, все, что ты там находишься, это такая, знаешь, зависть, это вот такой волна, цунами буквально эмоций, в какой-то степени даже немножко белой зависти, что есть возможность бесплатно тебе туда попасть в рамках съемок.